Лучшие друзья девушек – это бриллианты и пидорасы. Узнать амбиции, запросы избранницы лучше сразу, тем более если она будущая жена или невеста. Изучить ее райдер, ведь цена нам на все известна. Милый, хочу на солнце, на пляж, лучше в Таиланд. Хочу колечко с бриллиантом в 100 карат, цепочку белого золота, ожерелье жемчуга, сережки. Хочу вагон черной икры и есть ее ложкой на завтрак. Обед фуагры, ужин лобстеры, мидии. Я знаю, их в Японии готовят и подают в лучшем виде. Значит, ужин в Токио, обед в Париже, главное за границей. Завтрак в лучших ресторанах нашей столицы. Хочу быть известной звездой, лучше певицей, чтоб постоянно по телевизору крутиться, на радио рота. Съемки клипов, интервью, верхние строчки хит-парада. Концерты в Кремле, в Олимпийском и все как надо. Гастроли по родине, мировой тур в поддержку альбома. Тиражом не меньше миллиона. И чтобы сразу стал платиновым, я получил все Грэмми в платье новом от Луи Виттон. Спела дуэтом с Боно, Элтоном Джоном, спела она по-любому. Хочу как Мадонна, чтобы муж и режиссер гей. Не гей, а гай, дорогая, да разница-то какая. Хочу сниматься в кино в сложных, неоднозначных ролях. Про принцев, принцесс, королевах и королях. В исторических драмах, о пиратах на кораблях и морях. О войне Второй мировой, в сражениях, боях, концлагерях. Те, что любят и ценят в голливудских киноакадемиях. Как молодая санитарка спасла раненых из-под снарядов. Получить Оскаров, золотых медведей, купаться в наградах. Сыграть в артхаусе лесбиянку и как трудно быть женщиной. Про космическое путешествие синих человечков на планете новой. О женщине, что с возрастом молодела, а родилась старухой. О сумасшедшей художнице, что отрезала себе нос или ухо. Еще обязательно сняться в фильме каком-нибудь супергеройском. Как я одна, затянутая в латекс, побеждаю целое войско. Для этого губы сделать, как у Джоли или Зверева, нос новый. Грудь, как у Чехова или Семенович, два ребра сплит для изящной талии. Мужа красавца, как Бита или Деба, и богатого, как Абрамович. Чтобы я была самая хищная светская львица. Дом на Рублевке, виллу в Италии, лучше в Ницце. Квартиру в Нью-Йорке, в Лондоне, замок во Франции. Красные Феррари и куртку красную, как у Шумахера. Хотя куртку не надо, куртку нахер ее. Лучше шубу норковую, из соболи или шиншиллы. Из уши крыси, чтоб на заказ сшили. И обязательно, милый, собачку маленькую, шпица, чихуахуа, а то интерьера. Хотя это смотря под какое платье и для какого интерьера. Поэтому каждой сучке по штучке, а там видно будет. Хочу картины Пикассо и Ван Гога развесить по спальням. Хочу заняться спортом каким-нибудь экстремальным, например, дайвингом. Хочу посетить все чудеса света. Хочу быть основательницей собственного бренда. Званый ужин у президента. Хочу сама быть президентом. У меня хоть и каменное сердце, но с курицы, но амбиции императрицы. Я еще маленькой мечтала о принце. Буду королевой, властительницей, живой богиней. Чтобы мне поклонялись все твари, от людей до свиней. Так что, милый, начнем с самого простого. Сейчас модно выходить в люди на собственной яхте. Милый, и я яхту хочу, так хочу, что сейчас закричу. Милый, и я яхту хочу, ну так хочу, что сейчас закричу. Дорогая, ты очень уж дорогая. Я яхту хочу, ну так хочу, что сейчас закричу. Дорогая, обратись-ка ты лучше к всем тем, кто боится всемирного потепления и как последствия всемирного затопления. Всем тем, кто после фильма 2012 стал так же бояться, кому мокрые сны снятся. У кого свербит в попе мысль о втором мировом потопе. У кого на море или океан смотрит спальня. Тема яхты очень сейчас актуальная. 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 Вообще, что ты за 2 миллиона долларов не банальное готова сделать? Продать родителей.